Реалистичное и масштабное сражение. 1942 год. На поле боя сотни реконструкторов из севастопольских и крымских военно-исторических клубов сходятся в яростной схватке за Севастополь. Грандиозную битву зритель мог увидеть в онлайн-формате собственными глазами. А для того, чтобы им помочь разобраться в том, что происходит, к нам приезжает молодая корреспондентка, которая знакомится и вот хочет понять, как же этот, что это такое военно-исторический фестиваль, как его проводят. Стационарные, мобильные и экшн-камеры, моменты боя с неба, из леса, окопов, сквозь дымную пелену и разрывающиеся снаряды. Весь экшн зрителю передают от первого лица. Супер, мы снимали из окопа, и было прям реалистично. Не стыдно. Не стыдно ни за наших, ни за реконструкцию, которую сделали ребята. Это очень классно. Фестиваль посвящен не только партизанским, но и всем военным действиям, которые проходили с 41 по 44 год. Сапун-гора стала точкой притяжения участников со всего Крыма. Сначала мы отбивали пленных партизан с другого отряда у немцев. Далее мы воссоединились и уже штурмовали немцев, которые здесь засели. Военно-исторический фестиваль прошел при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Это возможность окунуться в живую историю и собственными глазами увидеть реконструкцию сражения, которое проходило во время Великой Отечественной войны. Линуза Бурсеитова, телеканал «Миллет».